Aveți o informație despre donator? Донатором всех проектов будет являться организация Пентахоккей, которая будет инвестировать в все те проекты, о которых мы сейчас говорим, включая и освещение, включая и дорогу, включая и транспорт. Она уже зарегистрирована с декларациями соответствующими, фискальными. Она сейчас находится в процессе регистрации. Но это не имеет значения, так как донации все равно она будет получать, то есть это общественная организация, донация она будет получать от разных видов. Ну так и да. Значит, аспекту легал есть аспекта. Конечно, конечно. Проект, который был презентат ваш один за комиссии, Роман Иисус, команды с проектом Лезда, la ce președințele era frustrat, nu știa, dar cred că... Nu știa, săracul, nu... Da.